Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play. И мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Ох-ох-ох-ох, тихо-тихо-тихо, смотри, кто у нас тут. Так, как мне тебя уничтожить? На, получай. Все, ну еще живой. Есть, уничтожили. Идем дальше. Опа, готов. Так, здесь вертолетики будут, да, у нас летать? Ладно. Ну, на таком большом скорпионе мне ничего не страшно. Вот, сейчас будет. А, нет. А, вот вертолет. На, получай. Есть. Вертолет уничтожен. Теперь вот этих нужно всех уничтожить. Постреляем. На, готовы. А, вот еще. Вот еще один остался. Иди сюда. И вот этого маленького. Все, отщелкали, идем дальше. Ага, вот еще один остался. Готов. Готов, ребята. И у нас босс, гонец ада. Да. Сейчас нужно найти такое место, чтобы можно было в него запульнуть. Не, ну сейчас мы... Холмик надо найти. Так, вертолет у нас, смотри, быстро тоже летает. Так, что-то холма нет ни одного. А, вот холмик. А ну сейчас попробую его жалом. Нет, не достаю. Вот здесь я встану. Вот так вот. Опа, нет, мимо. Сейчас, опа, попадание. Два раза попадание. Все, уничтожили мы босса, вертолетчика, гонца ада. Молодцы. Так, ребята, посмотрели немножко рекламки, восстановились. И теперь мы можем продолжить путь. Так, все. Еще отремонтировались чуть-чуть. Почему я это сделал? Потому что здесь очень много, как бы, танков будут идти. Один за одним. Видишь, мы можем заработать денег побольше. Тем более за каждый сбитый танк дают 6 монет. О, 10 танков плюс 10 монет. О, летит. И даже слышно, как они летят. Ой, обычные танки, они как бы мало интересны. Так, ну все, мы их уничтожили. Здесь главное аккуратненько где-нибудь встать вот так вот. Вот, видишь, я слышу, как они летят. Ну их достаточно таки много, смотри. Да ё-моё, уже лазеры меня начали бить. Да кто-то меня еще щелкает, Алёшки, вот эти вонючки. На! На, держи. Во, летят, летят. Раз. Два. Три. Три НЛО было. Так, все, здоровье у меня уже совсем уж слабенькое. Да, все. Уничтожили меня, к сожалению. Ну, ничего не поделаешь. Так, 874 монетки мы заработали. Почти что 1000 монет взяли. А это очень хорошо, прям таки. Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play. Мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Играем на территории Марса. И я играю с помощью за Феникса, короче. Так, вот эти вот друзья, вот этих вот инопланетяшек надо нам взрывать. Так, едем. Убивать. Стрелять. Опа, смотри, сколько их много. На, сейчас двоих всех, двоих уничтожили. Вот это вот главное. Опа, готов. Едем дальше, не спеша. Ах ты гад, смотри, что творит. На. Все, хорошо, уничтожили. О, а тут это с верхушки нужно стрелять. Ах ты, ё-моё, получи. Все, уничтожили мы инопланетяшку. Аккуратненько двигаемся. Вот, следующий. Ох ты! Два танка прям перевернулись. Так, оба-на! Ребята, босс! Так, мне нужно срочно подлечиться. И босика сейчас мы сожжем. Опа! Да.
Сейчас сбили босса. Забираем его ремкомплект. И потихонечку двигаемся дальше. Так, на понтяжке. Раз, два. Есть. Кто там еще у меня едет? Так. А, вот они, смотри. Раз. Так, обычный танк. Все, ну он легкий. В принципе. Так, никого нету. Опа, опа, опачки. На, держи. Так, и красненький, смотри, приехал. Все. Ух ты, сколько вас много. Быстро мы их уничтожили. Ух ты, аккуратно. Ах ты, гад, смотри, что творит. Ё-моё. Вот здесь я встану пока что. Этого зажали, и этого. Всё. О, бригада, бригада идет. Так, этот мне. Гад, смотри. Бросается, да? Бомбочками. Вот, это уже опасно. Есть один, а это самый. Ложка. Вторая и третья. Все, три ложки мы уничтожили. Так, теперь вот этих друзей надо будет мне уничтожать. Раз и два. Все, двоих уничтожили. На, получай. Есть. Готов. Так, сколько у меня? 899 монет. О, сколько вас много-то, ребята. Вот этого тоже сейчас поджарим. На. Подожди, на, получай. Есть. Так, босс. Босс армада едет. Ой, сейчас мы его поджарим. Да. Поджарили, поджарили, едем дальше. Да, 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 да. Опа, 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 на! А ты еще живой такой, да, живучий? Давай, иди сюда. Так, следующий. Сейчас все получат у меня огонька. Так, иди вот туда, на луне стреляй. Так, вроде никого нету. Так, танки обычные, да? А, вот, ловец был. Летит. Все, уничтожили. Еще один, смотри. Так, этот опасный. О, сколько у вас. Ну, давай верхний сразу уничтожим. Нижний тоже. Так, красненький, ты чего еще здесь забыл? Нужно срочно подлечиться. Угу. О, летят, летят, смотри. Так, у меня же тоже далеко стреляет, не забыли? Ложки. В принципе, тут я справляюсь со всеми. Опа! Даже не знаю, кого и жарить. Очень много танков. Так, ну вот этого нижнего тоже не вижу. Стреляет меня без остановки. Сейчас еще будет. О, плывут, плывут, слышу. Так, держи и ты. А, вы вдвоем, да? Сгорели. Раз и два. Так, монетки, значит, тут будут танки. Так, пока никого не слышу. Едем дальше. Аккуратненько. О, вот они, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На. Есть. И второй. Так, обычный танк. Чего? Против меня-то поехал. Давай, все поджарим. Мне нужно заработать денег, ребят. Побольше. Я посмотрю, что я смогу купить на этих деньгах. Ой-ой-ой, смотри, как жарит. Так, вот тебя точно убью. А вот этих, ребят, я не знаю еще. О, нет, все, меня взорвали. Ну что ж, поехали на Тесле. Будем сейчас мочить вот этих всех крякозябр. Так, есть, уничтожили одну ложку.
Давайте едем дальше. Так, тебе. О, двое вас, да? Так, дружище, а почему я в тебя не могу ударить? О! Ё-моё! На! У меня еще пока Тесла еще не очень. Она получается улучшенная, поэтому мне сложно будет сейчас как-то победить всех противников. Но будем улучшать, конечно же, со временем. Во, смотри, сколько у меня здоровья отнялось. Так, немножко подлечились. Едем дальше. О, вот он едет. На тебе. Готов. Тесла прикольный танк. Классный. Но его надо прокачивать. Так, босс едет у нас. Сейчас посмотрим, кто такой у нас. Сейчас армаду мы тебя уничтожим. А, видишь, пока что попадание у него тяжелое. Да, ох ты, ё-моё. Смотри, он как меня мучает. На, получи. Один комплектик заберем. И даже сейчас еще одним подлечимся. Все. Ну, не 100%, но процентов 70 здоровья у нас есть. А, где? Вот они, вот они. Вот, вот один чувачок. И сейчас какой-нибудь второй будет лететь. О, летит, летит. Раз. Готов. И еще один. А нет, смотри, едет он. Танк. Все, танк уничтожили. Но мне нужны НЛОшки. Здесь, по идее, много НЛОшек будет. Так, танка этого уничтожаем. И сейчас вот я уже чувствую, что летят НЛОшки. Так, подождем. Не, нету никого. Странно, странно, никого нету. Никого, а монетки, монетки лежат. Слушай. Аккуратненько сейчас подъедем, монетки заберем. Отлично. А где все танки? Странно очень, очень странно. Во, сразу два танка я уничтожал. Ух ты, кто-то там еще летит, я вижу. Да. Нифига, сколько вас много. Ёлки-палки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Уничтожили меня, к сожалению.